Друзі, ну що ж, ми повертаємося і повертаємося вже не самі. Ви бачите, ми як і на смайликах, на тому зображенні завжди разом. Недаремно нас називають нерозлучниками. У нас в гостях сьогодні Стан Добогіян, практичний психолог. Вітаємо вас. Вона також нам посміхається. У нас сьогодні дійсно день посмішок. Отож, вітаємо вас з цим святом. Ну і хотілося б відразу перейти так атакою з запитаннями. А взагалі посмішка, правду кажуть, що впливає вона позитивно, чи все ж таки що продовжує життя? Знаете, различают разные виды улыбок, и человек улыбается не всегда, когда он счастлив, радостен, когда ему комфортно и хорошо. Улыбка бывает в ситуации, когда нам страшно, мы как защитная реакция улыбаемся. Улыбка бывает саркастическая. То есть мы можем говорить о том, что состояние улыбки как радости, приятного состояния не всегда соответствует внутри нашим переживаниям. И тогда мы можем говорить о соответствии или несоответствии. И еще различают искреннюю улыбку и неискреннюю. И вы тоже можете чувствовать, что когда человек улыбается, мы говорим, он как будто не открыт, у него что-то есть внутри, но некий дискомфорт. И причем важно помнить, что это не всегда специально. Это не специально, потому что вообще улыбка, она формируется именно при взаимодействии младенца с мамой, с его окружением. И мне кажется, очень важный такой феномен, о котором говорят психологи, говорят педиатры, как феномен оживления младенца. И если раньше мы говорили, что это где-то месяц младенцу, полтора месяца, когда он в ответ на мамину улыбку улыбается, то есть уже возникает такой эмоциональный контакт, то сейчас дети так быстро развиваются, что эту улыбку мы можем наблюдать уже спустя 2 недели, спустя 3 недели. То есть дети гораздо быстрее сейчас и физически, эмоционально развиваются. Я чула від деяких молодих матусь, що вони казали, що їхні діточки, коли тільки народжуються, вже в перший день посміхалися. Чи дійсно це була посмішка, як емоційний вплив? Чи це просто у дитини міміка так спрацювала? Ви знаєте, здесь очень сложный такой вопрос, и психологи, и педиатры, которые занимаются самым ранним этапом развития младенчества, здесь очень сложно говорить о том, что же происходит в начале. Но как бы я считаю, что в начале у ребенка возникает гримасничание, то есть такие подергивания мышц лица. И когда он снова и снова встречается с тем, что мама улыбается, то мама на лицо, это как зеркало. Ребенок улыбается в ответ, то есть мы можем говорить о том, какая у нас мимика, как мы адекватно реагируем на мир. То это все такая заслуга тех первых людей, с которыми мы встретились, познакомились. Тож, бачите, посмішку нам прививають найдорожчі люди. І дійсно, це так приємно дивитися, коли, наприклад, дітлахів везуть там в колясочках, вони ще досить маленькі, і ти щось там дивишся, вони тебе і вони також. Да. То есть, возникає так, да, ще ці малыши, у них нету речі, у них нету слов, ще нету образу, але вже можуть передати таку масу позитиву. А вже возникає, да, возникає этот контакт емоціональний, улыбка на улыбку. І коли ми теж на них смотрим, на цих крошечок, у нас невольно возникає улыбка. Ми, як будто, зустрічаючись з малышами, теж погружаємося в своє младенчество. Ви сказали, що є декілька видів посмішок. Ось мене дуже зацікавила посмішка зі страху, тому що коли мені або боляче, або я чогось боюсь, я починаю посміхатися, у мене починається сміх. Чи це нормально взагалі? Да, это такая защитная реакция организма. Да, получается, что когда вот нам хорошо и мы смеемся, да, это тоже много эмоций, и мы разряжаемся через смех. И когда нам тяжело, страшно, то это как такая помощь нашего организма, она неадекватна в данной ситуации, да, потому что я испугалась. И дехто навіть не верить, коли страшно, кажуть, але ж ти смієшся, тобі не боляче, чого ти смієшся. То есть здесь, наверное, следует больше стремиться к тому, чтобы соответствовали переживания и проявления, потому что действительно другие люди, они не верят, что человеку плохо, что ему дискомфортно, но он же смеется, значит, ему хорошо. Да, да. А як взагалі впливає добра посмішка, яка викликає емоційне таке розрядку, яка хороша? Як вона впливає на наше здоров'я? Следует здесь, наверное, говорить о таком аспекте психологии или даже в таком мире, потому что сейчас смехотерапия, да, это не только привилегия психологии, это любой человек может себе это организовать. И тоже вот некоторое время назад мне было интересно, что
Есть такая терапия фотографий. То есть мы делаем фотографии себя или своих детей именно в состоянии, когда нам хорошо, когда мы улыбаемся, когда у нас широкая открытая улыбка, когда мы счастливы. И мы размещаем эти фотографии у себя дома, у себя над столом, над кроватью. И даже когда нам тяжело, плохо, одиноко, мы смотрим на эти снимки и понимаем, что это пройдет. И что бывает состояние радости, счастья и удовольствия. Ви сказали про сміхотерапію, але ось наша Оленька Руда завжди каже, що вона сміється без причини, і їй кажуть, що в неї якась вада є. Чи не будуть казати люди, що коли ти постійно смієшся, чи це не є вадою? Ви знаєте, здесь, наверное, важно помнить о том, что у нас в жизни есть разные состояния. И когда мы счастливы, когда мы радостны, когда мы печальны, когда у нас есть потери. И здесь именно улыбка или смех – это может быть как защитная реакция. Мы сейчас не в силах соприкасаться с тяжелыми состояниями. Но пережить эти тяжелые состояния, разрыв, потерю, очень важно. И, допустим, сейчас у меня нет сил, и я не иду в эти тяжелые состояния. Но со временем нужно это пережить и освободиться, потому что если я все время нахожусь в состоянии такого возбуждения, радости, то потом наступает период тяжелый, но я как будто к этому не готова. И если говорить о гармоничном развитии, то психологи предлагают уметь переживать разные-разные состояния, делиться ими со своими близкими и родными. Взагалі посмішка, здавалося б, це така неформальна річ. Як взагалі психологи рекомендують посміхатися завжди, навіть у серйозних ситуаціях, там своїм партнерам по роботі, чи все ж таки тільки дітям, тільки в позитивних моментах? Ні, улыбка точно так же, як і різні оттінки наших емоціональних, чувственних переживань, вона має огромний спектр. Це може бути широко відкрита улыбка, коли чоловік проявляє своє довір'я, своє состояние радості, комфорту, і він в ответ вызывает точно такое же желание улыбнуться. Но если вам сейчас хорошо и вы улыбаетесь, и встречаетесь с человеком, которому плохо, то не факт, что он улыбнется вам в ответ. Он может очень рассердиться и сказать, что ты смеешься, я сейчас плохо себя чувствую. У нас не всегда совпадают состояния. Если говорить о серьезных переговорах, о встречах, о деловых партнерах, то психологи рекомендуют здесь легкую улыбку. И еще очень важно, чтобы улыбка глаз и улыбка губ совпадала. Потому что если мы посмотрим на фотографии или посмотрим на людей, то есть люди, которые умеют улыбаться ртом, умеют улыбаться губами, но глаза их как будто стеклянные или серьезные. И мы на бессознательном уровне, то есть мы не ставим себе такую цель, но мы чувствуем, что что-то не так, с этим человеком что-то не так. И я повторюсь, что вот это несоответствие, оно может быть как специальным, то есть вам сейчас плохо, вам неприятен этот человек, но из вежливости вы понимаете, что губы нужно растягивать. Вот. Так и бессознательное состояние, что человек, он как будто не может совместить, он внутри, в душе может переживать состояние печали, депрессии, но ртом он привык улыбаться. И ну, это, наверное, такая его беда, и, наверное, следует проделать такой внутренний путь для того, чтобы это соответствие произошло. У нас есть світлини в Миколаївці, які посміхаються, і хотілося б показати. Які ж посмішки в наших Миколаївців? Ось так Миколаївці посміхаються. Добра фотографія. Ось ми бачимо, що люди посміхаються начебто і очима, і... Так, так, є соответствие, так? Ми можемо сказати, що ці наші миколаївці, які написали нам свої фото, що вони дійсно посміхаються щиро. Так, да, це ті состояния, в яких вони зараз... А ось такий переляк, як у хлопців на фотографії. Це можна також вважати за посмішку? Ні, це більше похоже на удивлення, на якесь состояние неожиданності. Ось бачимо, ну звичайно, з дітьми в хорошій компанії як не посміхнутися, це стовідсотково. Так, коли щось купують, також люди посміхаються. До речі, різні ситуації, так? Ну, на вулиці, коли ще літо, літом, влітку, як ще не посміхнутися? Так, і ще... А ось тут хлопець закрив очі, для того, щоб не бачили, чи щиро він посміхається, чи ні. До речі, а чи є якісь прийоми, наприклад, все ж таки закритися, чи правильно це, чи нормально закривати, наприклад, очі під час посмішки або спілкування, як взагалі рекомендують психологи? Має бути контакт очима обов'язковий, чи ні?
Да, человек, который не смотрит в глаза, он может нами восприниматься как человек закрытый, который устанавливает определенную дистанцию, как человек, который непонятен, а то, что нам непонятно, всегда вызывает некое беспокойство. Вот, когда и зацикавленность такой разум. Да, да. Когда мы смотрим в глаза, в этом гораздо больше доверия. Но еще очень важно помнить о том, что люди не смотрят в глаза не потому, что они от вас что-то скрывают. Контакт глаз – это достаточно сложный контакт. И если человек внутренне очень хрупкий, нежный, уязвимый, то он будет как можно меньше встречаться глазами, чтобы не растрачивать свою энергию. Ось так, бачимо, до речі, багато таких цікавих моментів, які просто нам підказує тіло, ми навіть це не контролюємо. Дорогі друзі, що ж, повертаємося. Ну, малюємо смайлики. Так, як і обіцяли, смайлики два наших уже висять, а хотілося б дізнатися серед цієї маси, які обрали. Да, я вибирала серед трьох. Вот, здесь есть такая широкая улыбка, когда много радости, есть такое подмигивание, вот, но ближе всего сейчас мне по состоянию это такая улыбка теплая, вот, я думала, что здесь написать. Как и... внутренняя услада, да? Да, 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 и получается здесь глазки закрыты, это такое погружение внутрь себя, где тепло, уютно, а потом глазки открываешь и можно встречаться с миром, вот, и я подумала, что я Света, и я вот здесь написала, что желаю сегодня всем света и тепла. Так, я пропоную зараз зробити такий марафон, ще флешмоб. Так, прикладайте, обирайте місце, де зручно, смайлику, і я. Ось тепер нашим смайликам не сумно. Ось теж, дорогі друзі, як бачите, сьогодні, я сподіваюся, завісимо всю цю стінку, і ми, можливо, збережемо на наступні ефіри. А ви, дорогі друзі, можете нам також рекомендувати якісь флешмоби, писати в наших сторінках в соціальних мережах. Бачите, я так поспішаю, хочеться все сказати. І, звичайно ж, ми все проведемо, все зробимо, аби тільки ви були задоволені. А я хотіла повернутися до нашої гості, сказати, що сьогодні, крім Дня посмішок, ми також вітаємо усіх вчителів. Як це свято можна поєднати із посмішками, тому що посмішки учнів – це, мабуть, безцінне. Да, і День учителя буде в це воскресенье, но в школах празднується День учителя сьогодні, в п'ятницю. І мені пощастливилось сьогодні з утра вже бути в школі, поздравляти учителів, бачити дітей. І це дійсно такий огромний улей, який гудить, і сьогодні там дуже багато улыбок. Это прям вот, если хотите погрузиться в мир улыбок, можно просто зайти сейчас море квітів, в школу. Море квітів, посмішок. Да, да. А чи можна сказати, що вчителі можуть жити дуже довго, тому що вони підзаряджаються посмішками своїх учнів? Тому що діти – це найневинніша та найяскравіша посмішка, і вчителі, коли дивляться на ці посмішки, можливо, заряджаються якоюсь такою енергетикою. Так, так і є. Отож, бачимо, що взагалі, ну, робота вчителя така своєрідна. Один день вони посміхаються, іншого дня псують нерви. Второй день плачуть, тут контраст, тут, як і рекомендували психологи, треба усі емоції пережити по максимуму. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Також вас вітаємо з Днем посмішки. Побільше посмішок від оточуючих вас людей, тому що дійсно, якщо посміхається, то хочеться у відповідь посміхнутися. Я нагадую вам, дорогі телеглядачі, що сьогодні в нас був у гостях практичний психолог Світлана Дабагян. Ну що ж це таке? І, звичайно ж, чекаємо вас іще в гості.